Ну ты подумай. Привет, Ви, как дела? Жив еще? Надеюсь, что да, а то у меня тут новый заказ. В этот раз надо найти запись инициации мальстрёмовцев. Хочешь знать больше? Глянь мое письмо. Thank you.
Так, ладно. Живьем закопаю, у меня опыт есть.
Вскоре от воздействия радиации не поддается подсчёту. Это ужасная трагедия, причиной которой многие считают империалистические амбиции Арасаки, навсегда оставил след. Значительную выгоду. Такая стратегия разительно отличается от политики протекционизма и таможенных войн. Ученые биотехники заявили, что они смогли совершить прорыв генетики. Им удалось отравить целых три вымерших вида животных. Канадского бобра, американского корсака и флориста. Птичьего гриппа в 1961 году и вынесены и я мистер Уайти! Хватит же вам пить вкусный пресный сухой корм! Бегом за суперсладким мегадрайвом! Жизнь слишком коротка! Живи быстро!
пищевого питания, они возвращены не будут. Генетики опасаются, что это может вызвать волну болезней, подобных мировым эпидемиям. Птичьего гриппа в 2062 году или крысиной лихорадки. Исключительно на заказ. Турция готовится к радиоактивной песчаной буре. Уже второй в текущем году. По прогнозам синоптиков, южный ветер принесет около 20 тонн радиоактивной пыли. Территории бывших Сирии, Ирака и Ирана. Эти земли, опустошенные в ходе так называемой самоубийственной войны, остаются основным источником радиоактивного загрязнения для Европы и Восточного Средиземноморья. Мы прервемся, а потом приглядимся к новым кедам Аванта, которые попадут. Трепещи, Найт-Сити! Будет горячо! Неограниченный доступ к препаратам-стимуляторам и социальное покрытие имплантов. Больше всего впечатляет то, что 34% работников включены в список вероятных получателей. Привет, Найт-Сити! К другим новостям. Полицейские Найт-Сити расширили свои полномочия. Задерживать подозреваемых в уголовных преступлениях на срок до года, не выдвигая обвинений. Также блюстители порядка в Найт-Сити ввели новое правило, согласно которому выстрел в конечность может считаться предупредительным.
получила. Спасибо, Ви. Заказ закрыт. Напоминай, я чуть не проблевался. Просто жесть, грибы эти. Ну, шампиньоны я еще могу понять, но вот те, которые в смоле такой... Да жесть вообще. И вид даже обойти. Ugh!
Ugh!
меня твое слово дороже любых денег. А, ты так говоришь, потому что у тебя нет денег. Мне нужно побыть одному.
Рука. Она не моя. Это металл. Холодный, мертвый металл. Что с твоими имплантами? Они как бы недоделаны? Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они знали об этом. А теперь мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне, еще и моему брату. Нас усыпили и отняли у меня тело. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? Я не понимаю, какой смысл это делать и кому это надо? Мы, как обычно, собирали подаяние, и вдруг нас окружили эти... Они смеялись, спрашивали, не хотим ли мы импланты, как милостыню. Они были не люди, а какие-то киборги. Говорили, что хорошо бы нас доработать, как инструменты. Мальстрём. А где тот другой монах? Он у них?
Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать, что сделать с ним. Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу, без драки не обойдется. Мальстрём не любит шутить. Должен быть другой путь. Помоги нам, пожалуйста. Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Он у дороги, что идет вдоль пристани. Мы прикрутим винтовки вместо рамки. Держат этого монаха. Эй, это чего? Блять, у нас гости! Что тут у нас? А?
Не делайте этого. Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу! Не бойся. Никто тебя не тронет. Я не с ними. Тогда что ты тут делаешь? Что случилось? Вовремя я успел. Ты как тут? С тобой что-то сделали? Мне повезло. Они не могли решить, какие модификации будут смешнее. Сука, банда киберублюдков. А один предлагал выломать мне челюсть. Даже думать про это жутко. На мое счастье, он не успел. Кого мне благодарить за твое вмешательство? Ну, я мимо проходил, услышал тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. Ха. На самом деле, меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя. И в особенности за то, что никто не расстался с жизнью. Следуй далее по пути мира. Сколь бы ни были ужасны поступки этих чудовищ, не нам решать их участь. Ну, как скажешь. Как вы попали к мальстрёмовцам? От них же надо бежать, как от чумы. Мы не здешние. Путешествуем из города в город. В Найт-Сити пришли недавно, еще не успели узнать, чего тут опасаться. Разве монахи не живут в монастырях? Некоторые живут, но мы с братом из общины, что исповедует одно из самых ранних учений Будды. У нас интересная жизнь. Мы встретили многих необычных людей. Я уж вижу. Твой сарказм ни к чему. Мы знаем, что мир полон опасностей. Но без риска можно так и не увидеть ничего дальше ворот своего дома. Уверен, ты понимаешь. Твой брат ждет тебя. Он тут рядом, на площади. Сейчас я дух переведу и пойду к нему. Теперь мой черед его спасать. Thank you.
с инстинктом. Бесполезно. Я знаю, куда буду бить еще до самого удара. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, двое один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. А в смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Окей. Но тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Ну, давайте приступим. Давайте приступим. Просишь пощады, как твой братец, или хочешь еще? Он не мой брат, он это я. Что ж до тебя не дойдет никак? На, твои призовые. Что, нехило. Ничего, в другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один человек. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли. Да иди ты! А Риппер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись!
Нейтрализовать цель! Так, а это что? Кровь и хром! Эмоции в щеке. Можешь нас не бояться.
Знаешь, кто такой Джатара Щоба? Абсолютный психопат. Пытает кукол, снимает это на видео и продает таким же уродам, как он сам. Шельмы наконец его отследили. У тебя есть возможность воздать этой гниде по заслугам и заодно немного подзаработать. Все подробности в письме. Я тебя буду...